Нарастающие в мире угрозы и вызовы требуют большого укрепления сотрудничества между нашими странами в сфере обороны и безопасности. В этом контексте хотел бы особо подчеркнуть проведенные в прошлом месяце в Казахстане международные оперативно-тактические командно-штабные учения «Берлистик-2024», в которых принял участие и Азербайджан. Также показателем развития отношений в этой сфере является обучение курсантов из стран Центральной Азии в военных учебных заведениях Азербайджана. Азербайджан заинтересован в тесном сотрудничестве со странами Центральной Азии в сфере возобновляемой энергии. Меморандум о сотрудничестве по объединению энергетических систем Азербайджана, Казахстана и Узбекистана, подписанный в мае этого года, является первым шагом в нашем сотрудничестве в сфере зеленой энергии.